Друзья мои, всем пламенный hello из Lexus of North Miami. Да, мы с вами в Майами. Здесь большой автоцентр Lexus. И да, машины, цены все как обычно. Сейчас посмотрим, какие ценники, что есть. Вон там, я смотрю, стоит GX-ик черный. В общем, все как обычно. Приветствую вас на канале. Подпишитесь на Instagram и Telegram. Не забудьте, туда буду скидывать инфу всю. Ну что, друзья мои, пойдемте посмотрим, что тут у нас есть в наличии, какие ценники. Смотрите, сколько NX-ов подогнали. Видимо, отдача сегодня. В Майами очень много русскоязычного народу здесь, тем более сани недалеко. Все понавыезжали, видимо, тест-драйвы были. Так, ну что, NX-ы. Сейчас буду смотреть, где у нас есть Windows стикер или что-нибудь еще. NX350. Полный привод, 2.4, 275 лошадиных сил, цена 49 тысяч. Будет еще дилер фи на вот таком вот, по-моему, макадамия называется салон. Очень красиво смотрится. Тут же рядом стоит RX. Ребята, у меня в Телеграме я выкладываю уже готовые цены, когда уже все подключено от складки. То есть, когда мы купили, все оплатили, комиссию заложили, доставили, получили документы. И, соответственно, машина отправляется уже оттуда. Поэтому, кому надо будет, пишите. Там у нас TX есть один белый. На складе уже стоит канадец. Ну, это, в принципе, вот это вот канадский авто. Смотрите, 350H полный привод. Один из самых популярных запросов, причем в не самый простой комплектации, у нас премиум плюс. О, это прям по фэншую, все как надо. 2.5, 246 тотал лошадиных сил. И посмотрите, у нас 59.840. Пожалуйста, гибрид, все, как бы гибрид. И, короче, надо новый будет вам. Надо с пробегом. Можно взять без налогов, но надо будет заморочиться. С Канады сейчас у нас хорошие поставки идут. Так, вот тут прям все накидали, он специально как для обзора. Ну, конечно, сейчас я его вам щелкну, конечно. Друзья мои, ну что, GX550. Черный, как смоль. Комплектация у него лакшери. Красавчик, выложу сейчас в Инстаграм и в Телеграм. Подписывайтесь, туда выкладываю цены. Ребят, есть подобные машины у нас. Очень быстро разбирается, ребята, машины уже там, вот это забронировано, значит, здесь у нас с вами, ну, понятно, там 3.4, 350 лошадиных сил и 81.300 ценник. Как вам? Ну, кажется, красавчик, вот в черном цвете, он весь черный на черном, прям шикарно смотрится. А? Ставьте свои реакции на это авто. Плюс налоги, плюс сборы, да, как бы, ну, не знаю, по наценке буду узнавать, так что... Скажите, что да как, что думаете? Ребят, давайте, чтобы не тянуть как бы кота за хвост, я вам сразу вот сюда цену покажу, то сейчас его куда-нибудь уволокут, либо сейчас уже купят. Вот эти машины у нас, знаете, они везде стоят максимум, там, не знаю, 1-2 дня, все. То есть предложений, потому что, типа, идите повыбирайте, нету. Вот, ну, так получается. Поэтому, когда человек там говорит, я хочу такой, а можно повыбирать, ребят, пока повыбирать не получается. И не знаю, когда будет это там. То есть что есть, то берем. Так, значит, что здесь у нас? У нас здесь, ну, понятно тут, да, 3.4, 349, это у нас лошадиных сил, 10-ступенчатый автомат. И это у нас лакшери комплектация. Как вы видите, полностью машина японская. Они все идут из Японии, их здесь не делают, ни в Канаде, нигде, то есть они японские. 81.363. Я, ребята, в Телеграм и в Инстаграм выкладываю в первую очередь все эти... как бы цены, машины. То есть кому долго смотреть ролики, можете легко заходить туда и, соответственно, там быстренько подпишитесь на Телеграм, у меня ссылка Майами, у меня ссылка в первой закрепленный комментарий от меня, там ссылка. Также можно со мной связаться через Инстаграм, созваниваемся и договариваемся о том, какие, как, где, что условия, какие цены, и отправляем вам машины. Так, давайте дальше, погнали. У нас здесь есть IS 350 F Sport, 3.5, 311 лошадиных сил и 48.400 ценничек. Тукс, это у нас с вами RC 350 и 56 395, 3.5 V6. Ладно, погнали дальше.
Слушайте, ну вот этот вот, конечно, цвет бомба вообще. Вот этот вот медный цвет. Давайте глянем, что у нас тут по ценникам. Значит, это у нас 350H премиум. Премиум 2.5-240 комбайна, то есть совместных лошадиных сил. 51.760. И макадамия тоже. Вот это, кстати, мне кажется, сочетание. Обычно на черном они не очень. А вот когда у вас здесь вот этот вот медь, и здесь вот такой же цвет, он прям отсвечивает. Очень классное сочетание. Кстати, посмотрите, премиум здесь тоже есть у нас и панорама, и JBL. В общем, все по фэншую. И потолок, самое главное, зацените. Очень круто. На мой взгляд, прям очень-очень круто. Miami Lexus рулит. Очень много в наличии всего, у нас столько нету. Поэтому, видите, я теперь путешествую по разным городам и вам показываю всевозможные Lexus и так далее. Так, еще один темно-синий. И вот это, кстати, сочетание еще, на мой взгляд, еще круче. Потому что у него, блин, у него вот этот вот комби-салон белый. Ну, такой, он, знаете, сероватый с черным. Это RX350, это моноприводная версия. К сожалению, моноприводная версия, но это, блин, круто, да? Так, окей, давайте посмотрим. Ну, покажу на всякий случай моноприводную версию. Ну, мы, знаете, по-моему, кроме Майами их нигде никто не покупает. $64 000, а комплектация это лакшери. Так, что у нас там еще есть? Это у нас NX-ик. NX, смотрите, он даже с проекцией идет. Ну, видимо, очень хорошая комплектация. NX350 и бензин, и полный привод. Так, давайте глянем, что это у нас за комплектация такая. А, это F-Sport. Ультра Wide. И здесь у нас 2.4, 275 лошадиных сил. 51.900. Так, идем дальше. Значит, ребята, напоминаю, у меня есть на полном фарше комплектация самая топовая. 500H TX. Сейчас там покажу. То есть это, ну, все знают, что это база, да, от Grand Highlander. Так, тут уже, я так понимаю, все продано. Ну да. Sold. Многие спрашивают именно почему-то этот цвет. Он еще, причем, смотрите, он еще на серый, такой сероватый салон. Не могу понять, сероватый или черноватый, или так отсвечивает. Может, черный? Нет, черный, скорее всего. Подождите, нет. Блин, на фотографиях и так еще. Надо смотреть, конечно. Сейчас по описанию посмотрю. И здесь у нас с вами машина, которая GX550 и премиум. Премиум, и цена у него 70, ребят, 72, соответственно, плюс налоги. Ну, то есть, короче говоря, 80 он зайдет точно, если еще не будет какого-нибудь маркапа. Так, погнали дальше. ЛС-ку сейчас покажу вам. Ну вот TX. У меня в Телеграме есть TX белый с черным салоном. Максимальная комплектация. На документах уже. То есть стоит на складе. Цена указана с учетом всех-всех-всех затрат. Спокойно можно брать и, короче, забирать все. Сразу уезжает после оплаты. Знаете, вот я сейчас там... Ольга, вот вам привет. Я прям прошу прощения. У меня там еще сейчас и с алмазом. Там тоже все. Сейчас некоторые задержки есть на, с контейнерами. Поэтому... Мы всеми силами сейчас вот букаем, и ближайшие букинги у нас как бы проходят, но ждем вот уже реально 2 недели контейнера, капец. Поэтому это большая удача, когда машина на складе уже, и у нее там есть уже возможность отправки. 65 900, это у нас с вами комплектация лакшери, и 2.4, 275 лошадиных сил. Значит, смотрите, вот к этому 65 еще добавляйте сюда, ну, как минимум 10%, да? Вот будет цена. Но это не самая топовая комплектация. Он еще и моноприводный. Так, ну, в общем, у меня такой сегодня видос вам познавательный. Так, сейчас есть у нас ЛС-ка. Ребята, также, в принципе, можно, когда надо брать GMC-шки, находить дизельные можно тоже. 92 105, 3.4, 416 лошадиных сил. Ну, то есть машина выйдет больше 100 тысяч, но, ну, мне кажется, она
уже так потеряла свою актуальность. Наверное, скоро будем обновление. Ребят, в общем, вот такой вам сегодня обзор из Майами. Lexus. И ждите, скоро будет много роликов из Майами. Всем всего хорошего. И пишите, кому что нужно будет, подписывайтесь на Instagram, Telegram. Не забывайте. Пока-пока, увидимся. Как я вам успел снять-то черненького? Ага, нет его больше. Вот хорошо, что не дотянул. Все.